Приветствую всех на канале «Мы в Германии». Сегодня готовлю очень вкусное и быстрое сырное печенье. Итак, для начала очень холодное замороженное масло сливочное нарезаю небольшими кусочками, затем в миску просеиваю муку, добавляю тертый сыр твердый, солю, перчу, конечно же. Добавляю смесь любых трав, у меня сегодня итальянские травы, можете добавлять по вашему вкусу, и туда отправляю сливочное масло и все перетираю хорошо руками. Дальше смешиваю одно яйцо с ледяной водой, добавляю туда к смеси и замешиваю тесто. Тесто будет липнуть, не переживайте, хорошенько его просыпайте мукой и раскатывайте в такой небольшой пласт, не сильно тонкий, но и не толстый, около 3-4 мм. Духовку уже поставила разогреваться на 210 градусов. Из этого пласта теста вырезаю такие небольшие кружочки и выкладываю на пергаментную бумагу на противень. Запекаются печенье около 15 минут. Очень вкусное дополнение к чаю. Всем приятного аппетита! Еще один момент. Перед запеканием присыпаю печенье сладкой паприкой красной. Можете присыпать вашими любимыми специями. Это ярко, красиво, ну и, конечно, что, около вкусно. 15 минут понадобилось, чтобы печенье сырное испеклось. Очень красиво выглядит, правда, горячее. Обязательно проверяйте, чтобы оно, во-первых, не сгорело, чтобы оно все равно подрумянилось сверху. Посмотрите, у меня очень хорошо оно подрумянилось. Так, и можно еще вот так проверить снизу, если оно тоже румяненькое, значит, оно готово. Пахнет нереально уже аппетитно, на не то что на всю кухню, на весь дом. Сейчас перекладываю его, чтобы оно остыло немножко, и потом уже можно его кушать. Очень быстро, самое главное, очень вкусно.